Привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наш рассказ о наркокартеле Химпром, наркокартеле, который буквально захватил Украину. В этом видео мы вам расскажем о заказном убийстве. Тема серьезная, но в принципе то, как действует этот наркокартель, это вызывает просто недоумение, мягко говоря, потому что они скупили правоохранителей, они скупили суды, они скупили силовые структуры, конечно же, они скупили средства массовой информации, потому что до недавнего времени, до моих расследований, все средства массовой информации были забиты рекламой акций, которые проводит наркокартель. Кстати, все предыдущие части вы можете увидеть в описании этого ролика и перейти посмотреть, если упустили. Я же вам рассказывал о том, насколько нагло вел себя наркокартель и его руководитель. В частности, огромный борд с рекламой наркокартеля красовался до недавних пор, я надеюсь, уже нет, напротив управления национальной полиции в городе Киеве. Смотрите, наркокартель отлично знает, как купить полковника СБУ, чтобы тот помогал ему решать юридические вопросы. Ты ебанутый, у них есть записи, где я с Мишей, с Сочкой обсуждаю, а сколько мы платим Леону. Откуда это все взялось? Ты дурак? Ты понимаешь, что, ты мне за то, что мы покупали Леона? И тебе и всем нам Я слышал эти записи, мне их скинули, шантажирую. Там есть запись, где я с Мишей говорю, сколько мы платим Леону. Александру Леону, которого уволили из-за того, что он был куплен нами, как юридический консультант всего лишь. Что произошло? Наркокартель отлично осведомлен о том, как купить всех. Но это все цветочки. Подкуп чиновников, правоохранителей. Это, конечно, ужасно, но это цветочки. Потому что на самом деле наркокартель убивает людей. И убивает тех людей, которые мешают зарабатывать наркокартелю. И убивает людей в отместку. Ну, чисто такая мафиозная тема. В отместку. Крестный отец. Вы, наверное, думаете, что у наркокартеля есть какая-то сеть киллеров, возможно. Каких-то криминальных элементов, которые выполняют эти заказы. Нет. Эти заказы выполняют правоохранительные органы Украины. И пенитенциарная система. Я сейчас вам это докажу, покажу и обосную. Мы начинаем. Смотрите, был такой Игорь Мизрах. Игорь Мизрах, СМИ о нем писали разное. Кто-то называл его политтехнологом, владельцем медиахолдинга и музыкальным композитором. Другие называют его аферистом, рейдером, да и песни, дескать, у него дурацкие. Мы внимательно изучили биографию Игоря Мизраха и пришли к выводу, что правда, как оно обычно бывает, где-то посреди. Игорь Мизрах на самом деле руководил неким медиахолдингом политических СМИ. Впрочем, названия этих СМИ для вас вряд ли что-то скажут. Я вам даже больше скажу, они и мне ничего не говорят, по большому счету, хотя я полжизни посвятил журналистике. Кроме всего этого, Игорь Мизрах еще и пытался построить свою эстрадную карьеру. Да, он пел. В то же время в Киеве в 2019 году Игорь Мизрах открыл офис. И в этом офисе он представлялся ни много ни мало как помощником Зеленского. И помогал дурачкам за деньги немалые получать должности в Укроборонпроме. Правоохоронці на гарячому затримують аферистів, які продавали топ-посади. Дурачки деньги давали, должности, конечно, не получали. Смотрите, чисто остапобендеровская тема. И ему нравился он сам, как Остап Бендер, это явно просматривается во многих вехах его деятельности. Он как будто балансировал между хорошим и плохим, между каким-то эстрадной деятельностью, деятельностью политтехнолога и руководителя медиахолдинга, и между барсетками, набитыми баблом, и заигрыванием с криминальными структурами. Вот это и стало его лебединой песней. Потому что в один ужасный для него день судьба свела его с Егором Буркиным. Егором Левченко. Тем самым руководителем наркокартеля Химпром, которого от души благодарил близкий Зеленскому народный депутат Николай Тищенко за выделение крупных сумм в фонд Николая Тищенко. Итак, к нему обратился зачем-то Егор Левченко. Более подробно об этом знакомстве рассказал сам Мизрах на одном из сайтов, контролируемых его медиахолдингом. Мизрах публикует статью, в которой называет себя
милым и обаятельным мужчиной, прозорливым экспертом, да еще к тому же заместителем председателя по борьбе с коррупцией. Судя по вот этим комплиментарным оборотам, статью писал сам Мизрах. И он любовался, искренне любовался собой. Он Остап Бендер. Но кинул он не того человека. Совсем не того человека, которого можно было кидать. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Приведу выдержки из статьи, в которой Мизрах описывает ситуацию, не стесняясь в выражениях. Ему радостно. Игорь Мизрах отбирает у преступников преступным образом награбленные деньги. Егор Буркин, обладая тайными тибетскими техниками убеждения, великолепный мужчина Игорь Мизрах обезоружил своим очарованием гражданина Буркина Егора Васильевича, который словно мышь под гипнозом удава выдал ему 1 800 000 долларов США, определенно полученных незаконным способом. Криминальный элемент не сразу и понял, что случилось, а когда в конце концов догадался, на коленях просил Игоря Аркадьевича вернуть хотя бы половину денег. Но справедливый судья Игорь Аркадьевич был нем к его слезам. Будучи человеком от природы глубоко справедливым, Игорь Аркадьевич, конечно, предложил Буркину вариант возврата денег. Для чего тот должен был подтвердить факт законного их происхождения. Но откуда ему взяться у явного преступника? Игорь Мизрах, обладающий могущественными связями в правоохранительных органах, просто смеялся в лицо Буркину, который от слез переходил к угрозам и опять к слезам, до тех пор, пока Игорь Аркадьевич не показал тому полное досье с описанием всех его преступлений и попросил убраться вон. Преступник Буркин бежал, поджав хвост. Вдоволь посмеявшись над жалким и ничтожным Буркиным, Игорь Мизрах вернулся к делам духовным и праведным. Игорь Мизрах бросает наркобарона. Он его пробросил на крупную сумму, еще и публикует вот такую издевательскую статью, как будто бы дает публичную пощечину. На, получи. Но однозначно Игорь переоценил свои, как он писал, там значительные связи в правоохранительных структурах. С чем было связано обращение Егора Буркина, он же Егор Левченко, к Игорю Мизраху? Скорее всего, он хотел, чтобы Игорь Мизрах каким-то образом пропиарил его сайт, его форум, который существует в Даркнете. Мы не указываем, что это за форум. Я вам должен просто сказать, что это насквозь криминальный форум, посвященный наркомании. Прикладным вещам. Скорее всего, затея Левченко была в том, чтобы подкрепить авторитет своего сайта посредством разных медийных личностей. И вероятнее всего, Мизрах должен был принять в этом участие. Но Мизрах кинул Егора Буркина. И у него возникли проблемы. Начали правоохранители интересоваться его деятельностью. Вдруг внезапно оживили дело годичной давности. Дело странное. Мизраху инкриминируют, что, цитирую, используя подконтрольные информационные ресурсы как инструменты давления и шантажа на бизнесменов и политиков, вместе с сообщниками организовали мошенническое завладение 100% уставного капитала предприятия. Это официальные обвинения. Давайте перейдем на официальный же сайт Национальной полиции Украины. Там мы читаем, ну, такое же странное. Организатором мошеннических действий оказался адвокат и владелец медиахолдинга, который использовал подконтрольные информационные ресурсы в качестве инструментов давления и шантажа на бизнесменов и политиков. Ну, теперь давайте представим. Тертый калач, директор какой-то фабрики или завода, с утра просыпается, читает журнал. Кто-то еще, кстати, читает журналы? Ну, я не знаю. Я выписываю Forbes. Мне просто нравится запах журнала. Я не знаю, кто читает журналы. Но представим, что вот этот вот директор завода начинает утро с кофейка, да под журнал. К примеру, такой известнейший журнал, как «Persona Top». Никогда не слышали? Но вот он читает. И вот он читает про себя там гадости и такой роняет чашку с кофе и говорит, переписать 100% акций вот на этого вот негодника. Я утрирую, конечно, я понимаю, каким образом происходит давление, но поверьте, топ-СМИ в медиахолдинге вот этого Мизраха не было. Дело, конечно же, заказное. И в чем там, собственно, дело?
Речь идет о рейдерском захвате комбината детского питания на Полтавщине. Этот завод изначально принадлежал российскому олигарху Малафееву. Однако с 2014 года почти все, что принадлежало российским олигархам, отжали в лучших традициях 90-х годов и распределили между своими олигархами. И вот на завод детского питания набросились буквально все. Был собственником российский Малафеев, а стал, как пишут, украинский Андрей Смирнов, всего-навсего замглавы офиса президента Украины. И вот где-то там, среди серьезных ребят, которые положили глаз на это предприятие, затесался такой маленький Игорь Мизрах, которого взяли и сделали едва ли не главой преступной группы. И взяли. Это был привет, конечно же, от наркобарона Буркина. Разумеется, такое мутное дело даже в украинском суде, скорее всего, развалилось бы. Но тут подключаются средства массовой информации. А потом, сначала средства массовой информации просто обрушивают волну на этого Мизраха. Их всех начинает интересовать это чрезвычайно важное дело. А потом под судом оказываются целые группы активистов. И все эти активисты, представляете, пенсионного возраста. И все они так обеспокоены делом Мизраха. По крикам, полным гнева, вы можете понимать, насколько сильно болит у людей из-за этого Мизраха. Аферист Мизрах, поверни гроші державі. Однозначно, это заказной митинг. Они заплатили 5 копеек этим пенсионерам к их пенсионерским копейкам. И пенсионеры, собственно, пошли. Видите, во время войны их больше ничего не интересует. Мизрах, необходимо его посадить. Посадить его нельзя, потому что суд не примет вот эту чепуху. Однако же, наркобарону и не надо, чтобы он сидел в тюрьме. Ему надо, чтобы Мизраха отправили хотя бы на 2 месяца в СИЗО. А в СИЗО уже ждут. Чтобы понять, насколько простая прямая связь того, что его отправили в СИЗО и наркобарона Левченко, достаточно посмотреть, что самый глупый пудель из окружения наркобарона, а это некто Домбровский, я вам рассказывал, полностью конченная личность, вызывающая исключительно смех, тем не менее начала заявлять. Предатель. Потому что как по-другому назвать то, что ты делаешь в тот же момент, пока общаешься и улыбаешься? Непонятно. Как можно возводить напрасно на человека в письменной форме, в силовые структуры в тот момент, когда ты говоришь, что он твой друг? Да, он начал говорить, что Мизрах предатель. Кого же предал Мизрах? И почему этот начал говорить о том, что ты предаешь своих друзей? О ком идет речь? Конечно же, о Химпроме. Удача всегда с тобой, Игорь, пока ты заявления на друзей не пишешь. Далее этот потасканный, сколотый и абсолютно глупый пудель Егора Левченко заявляет следующее. Следите, что будет с Мизрахом. Игорь, твое здоровье. Следите за тем, что происходит с Игорем Мизрахом. Это прям притча во языцах. За твое здоровье, Игорь. А кто ж писал на службу жалобы? Не ты? Так я же их читал. Через месяц Игорь Мизрах умирает в следственном изоляторе. Как умирает? Его забили. Забили до смерти, ему отбили все внутренние органы. СМИ, вы знаете, пишут об этом как-то скромно. Умер, скончался. Он не умер и скончался. Он был забит до смерти. И когда его забивали, правоохранители в украинском СИЗО отвернулись, дабы этого не заметить. Я очень хочу, чтобы это видео было переведено на максимальное количество языков. Я очень хочу, чтобы максимальное количество людей поняло, что происходит в Украине и кто рулит, по сути, правоохранительными органами. Игоря Мизраха, по свидетельствам его адвоката, избивали так и подвергали таким пыткам, что у него началось нагноение внутренних органов и начался жесткий перитонит. А потом его просто забили. И он умер, не приходя в сознание, в карете скорой помощи. Сам Егор Левченко, вы думаете, отрицает свое участие в этом заказном убийстве? Нет, он гордится им. Послушайте-ка. Андрюша, у тебя все будет хорошо. Прям все будет хорошо. И поверь мне, ты двухметровая, лысая. У тебя будет настолько все хорошо, то что ты скоро вспомнишь про меня. Такие же, как Мона, Мизрах, так далее. Как видите... Как слышите,
Он этого не стесняется, а бравирует этим. Такие же, как Мона, Мизрах, так далее, так далее. Что конкретно произошло в СИЗО? Более точную информацию публикует находившийся в следственном изоляторе Андрей Щадило. Он узнал подробности у других арестантов. В своих показаниях Щадило говорит, что в последних числах июля 23 года в киевском СИЗО во время прогулки на Мизраха напали. Скончался он по дороге в больнице скорой помощи от полученных травм. Убийство было организовано при участии уже смещенного начальника СИЗО Проценко. Вся ответственность за убийство была возложена на сокамерника Мизраха, с которым они содержались в одной камере в СИЗО. При этом Щадило отмечает, что этот сокамерник отношения к убийству не имеет и дал показания под давлением вышеупомянутого начальника киевского СИЗО по фамилии Проценко. То есть схема такая. Ты поссорился с наркобароном, наркобарон оплачивает твое помещение в СИЗО и твое убийство. Для этого, конечно, нужен был судья. Ну, такая судья нашлась. Это Волкова. Судья Печерского суда. Дама, надо сказать, и без того скандальная. Несколько раз ее увольняли за непроцессуальные решения. Несколько раз восстанавливали после дела о заводе детского питания. И Мизраха ее убрали окончательно. Далее человека тупо убивают на прогулке. То есть, как это, сколько это стоит? Тысяч, может, 20-30 правоохранителям за открытие вот этого дела. 1050, возможно, судье. А потом сколько там пришлось в СИЗО для того, чтобы убийцы убили человека. Потом, что еще происходит? Оплачивается работа правоохранителей по выбиванию признания из сокамерника Мизраха. И тот под пытками говорит, да, это я его убил. Я не знаю, сколько, какой срок дали этому человеку. Я надеюсь, мы это все скоро узнаем, потому что у меня, я обращаюсь к родственникам Игоря Мизраха, чтобы они связались со мной через Telegram, да, там, ну, понятно, как связываться. Если они этого не хотят делать по причине того, что им страшно, ну, значит, они забили на судьбу своего родственника. Я полагаю, они все-таки свяжутся. Конфиденциальность предоставления информации гарантирую. Нас просто интересует определенная еще информация. После убийства проплаченные СМИ сообщают, в СИЗО умер Игорь Мизрах, подозреваемый в масштабном рейдерстве. Далее происходит вообще странное. Левченко запугивает окружение блогера Щадила и присылает им видео с убийством Мизраха. То есть у Егора Левченко есть видео убийства. Видео эти я вам не буду показывать, потому что YouTube это не пропустит, плюс это следственные материалы. Но вы можете понять их содержимое из того, что пишет Левченко. Они его не просто убили, они засняли процесс убийства для того, чтобы отчитаться перед заказчиком. Это происходит в украинском СИЗО. Я со своей стороны не понимаю, по какой причине Егор Левченко, ну там две вещи не понимаю. Первое, окружил себя тупыми пуделями, которые никак не могут закрыть свое тупое поддувало, с которого, собственно, все и началось. И второе, почему он так самоуверен, уверен в себе? То есть, или он в свое время спас президента Мексики, и теперь тот ему обязан по гроб жизни, или что? Пока что информация о заказном убийстве, которое было совершено при помощи украинской пенитенциарной системы, заинтересовала определенные службы, которые, слава богу, никоим образом не связаны с украинскими службами. Это не последнее, конечно же, расследование, это не последняя часть, мы будем однозначно продолжать. Сегодня я вам рассказал о том, как украинская правоохранительная система, выполняя заказ наркобарона, убила человека. Как они это записали, отправили, и как бы все. Никто за это наказание не понес. Мы продолжим скоро. Пока.